первой части трилогии Инуи Учимата раскрывается все о технике выполнения приема Косей Инуи Учимата. Инуи показывает все 8 вариаций Учимата, включая классический Учикоми Учимата и специальный вариант, разработанный Инуи Тобикоми Учимата. Он говорит, с чего начинается дзюдо, Учимата и Тачиваза. Инуи начинает с демонстрации классических примеров, затем подробно рассказывает о том, что делает каждая часть его тела, начиная от верхней части до ног и заканчивая ступнями. Потом он демонстрирует реальные соревновательные ситуации. И в конце идут все самые впечатляющие соревновательные примеры. Все тонкости об Учимата объяснены, начиная от новейших силовых тренировок до выполнения точного Учикоми. Инуи показывает глубокий вход для Учимата в правую сторону против левостороннего захвата соперника. Движение Инуи направлено на то, чтобы вызвать реакцию соперника перед броском Учимата. Это Кенкен Учимата, а это Учимата, которая начинается с атаки на Оучигари. Узнайте, в чем различие Инуи Учимата весовой категории свыше 100 килограммов. Станьте свидетелем невероятного Учимата Сукеши. Инуи рассказывает о японском дзюдо и величайшем дне в своей жизни, когда в 2000 году он стал олимпийским чемпионом. Все это и еще очень много другого в Инуи Учимата. Инуи трилогия. Часть первая – Учимата, часть вторая – дзюдока, часть третья – самурай. Смотрите на Суперстар Дзюдо. Подписывайтесь на ведущую онлайн-платформу для дзюдоистов Суперстар Дзюдо.